ребятки, всем привет! Всем хорошего дня, с Рождеством всех еще раз. Ветерочек, кстати, дует, но вчера было много холоднее. Мы вчера вечером вышли, пошли купить покушать, тут магазин. Реально замерзли, пипец. Просто пипец. Я палку селфи так и не купила. Штаны специальные для лыж тоже мы так и не купили. Те комбинезоны мы тогда отдали дядьке назад, думали, потом найдем себе другие. И так мы не нашли. И сегодня Леночка будет кататься в джинсах. Да. Будет видно, что я молдаван. Ну а что делать? Кому сейчас легко? Должны же мы с чем-то отличаться, да? А ты что? Ребятки, югу! Мы, короче, на лыжах. Вот мой агрегат. Кто на? Аморе. Я без агрегатов. Вероника решила без лыж кататься. Ей проще без лыж. Короче, скатнулись мы два раза с этой маленькой горочки, потому что стрёмно. Реально, как-то сегодня в этом году страшнее. В прошлом году как-то более увереннее даже я себя чувствовала. Может, потому что пока сейчас разогреемся. Короче, только мы на этой горочке катаемся. Самые кто боегузки, все идут туда наверх. Вот туда, туда. Но мы туда не пойдем, потому что опасно. Вон Жорик идет на ту горочку. Так что катаемся сегодня на лыжах. Ноги болят, так ноги сидят в напряжении. Ну круто. Блин, эти дети на санках. Как молодой поехал, да? Не боится? А-а-а, вперед! Давай, Ленчик! Наверх лыжников, но она поднимает их наверх. А мы туда боимся. Фу, мы боюсь. Ну ничего, хоть немножко, но это вперед. Жорик молодец, катается и катается. Я устала. Вероника еще давно сдалась. Не хочет больше. Амори молодец. Шо, Аморики, ты вообще молодец? Скоро тебя на чемпионат отправим. Кто хочет горы? Обязательно приезжайте. Кто хочет на вершину, хочет еще больше. Идем. А, все. Какой-то весь снегут. Конечно. Давай, Варя. Молодец, лыжник. Просто все лыжи. Вот так тут мы сдаем лыжи, обувь. Шо, Варя, давай, помогу. Ну, резко, что на игросах. Блин, после этих штук, кажется, как будто летишь вообще, порхаешь. О, браво. Мы после коньков зашли в барчик попить горячий шоколад. Смотрите, как классно. Вот такие вот сидушки с такой шкурой, такая мягкая. И смотрите, какой столик. Видите, бревна, да? Классно. Амори пошел, заказал. Ждем погреться. Здорово, да? Так необычно. Такой красивый горячий шоколад нам принесли. Грация. Будем пробовать. Амори, скажи свою идею, которую ты только что там подкинул. Видите, тут на сиденьях я вам показывала эту шкурку. Сейчас идет же Святой Василий, когда ходит гейкать. И он будет каприться. Жорик, один тебе не спи. И давай танцуй, танец каприцы. Ца-ца-ца, каприца-ца. Надо, то ли здесь прилично будет. Ца-ца-ца, каприца-ца. Амор, давай. Сама давай, что ты хочешь. Ничего себе. Там, кстати, этот каток, но там не на коньках, а на роликах. Тупо. Девочки, это наш холл. Прикольно? Все в зеркалах. Бонжорно. Смотрите, все везде в зеркалах. Мягкие диванчики. Можно упасть. О, как здесь мягко.
Как здесь мягко, классно. Ой, ой, как мягко. Я хочу себе домой такой диван. Капец, какой мягкий, классный. Ой, классно. Садитесь, посидите. Приколитесь, как классно. Мягко, да? Амори, падай. Смотрите, какие елочки горят. Это наше здание. Вон там наш балкончик. Мы вышли прогуляться. Подышать свежим воздухом. Красота, лепота. Тра-ла-ла-ла-ла. Смотрите, возле нашего дома такая детская площадка есть, а мы даже не были в курсе. Море, куда идешь? Уца! Систер, уца! Идем в лес. А я хочу с волком. А Леночка хочет за волком пойти. Идите покатаемся на качелях. Идем, Амори, покатаемся тоже. Круто, ребятки. Я как будто в Леоландии на том корабле. Галюсь, привет тебе. Помнишь, как я, блин, сознание потеряла на корабле там, блин? Вообще. Круто. Ю-ху. Мы уже завтра домой едем. Леночка наснимала видео эти дни, но уже увидите завтра, воскресенье, потому что здесь ужасный интернет, и я не могу загрузить видео в YouTube. Так что завтра, как приедем, Леночка будет загружать видео, и увидите наши похождения в горах. Классно! Всем понравились эти два дня. Ну, мы как бы приехали, мы три ночи тут спали. Но приехали поздно ночью, завтра с утра уезжаем, поэтому два полных дня тут мы находились. Я не знаю, если у вас голова не кружится, мне уже кружится. Систер, как ты там? Круто? Сейчас словлю тебя тут сзади, систер. А ну еще раз. Амори, не, Амори, ты далеко не видно. Классно, ребятушки. Здорово. Ладненько, девчонки, мальчишки. Всем поцелуйчики, обнимашечки от Леночки. Уже завтра увидимся, а завтра едем домой, погуляем в Аосте. Так что завтра тоже будет хороший, интересный день. Всем спокойной ночи. Пока-пока.